Немецкий автоконцерн BMW может быть замешан в скандале вокруг нарушения экологических требований. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на издание «Автобильд», уровень вредных выбросов у модели X3 в 11 раз выше допустимой в ЕС нормы. Такой результат показали независимые тесты. При этом немецкий журнал приводит данные, доклады американской некоммерческой организации Международного совета по чистому транспорту. Сам концерн BMW все обвинения отвергает. Между тем, его акции на рынке упали на 7%. Добавлю, что сейчас продолжается расследование в отношении другого немецкого концерна Volkswagen. Претензии производителям предъявили также в США. Автогигант фактически обвинили в намеренной подделке данных о показателях опасных выбросов. Для этого якобы намеренно внесли изменения в программное обеспечение. Компания может отозвать по всему миру около 11 миллионов машин.